Алтайские библиотеки обновятся. Речь идет не о книжном фонде, а о современном мультимедийном оборудовании. Оно скоро появится в сельских читальных залах региона. На это уже выделили 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей. Столько выделено из федерального бюджета на модернизацию библиотек в Алтайском крае. Средства получат 28 городских и сельских библиотек, те, в которых пока нет подключения к сети интернет. Это библиотеки Алтайского, Тальменского, Куинского, Чирышского и других районов края. На эти деньги муниципалитеты смогут приобрести необходимое компьютерное оборудование. Также господдержку получат две краевые библиотеки. Так, специальная библиотека для незрячих и слабовидящих получит 200 тысяч рублей на покупку персональных компьютеров и мультимедийного проектора. Более 1,5 миллиона рублей направят краевой библиотеке имени Шишкова на внедрение новых технологий автоматизации. Они позволят легко управлять библиотечными фондами и читательскими потоками. При этом скорость обслуживания читателей увеличится в 3 раза.